как стоят вдоль магнита. И торговые ряды открытые. Здесь ввели по протоколу, что здесь возможность подключения к сетям же есть. Они будут делать, да, сети себе? Конечно. Возможность есть и сделать. И сами уже приедут. Я считаю, что еще раз говорю, будут те индивидуальные предприниматели, которые оборудуют свои места с учетом санитарных норм. Значит, у них есть гарантия того, что даже может, когда будем отрабатывать документ с горсоветом, то на 5 лет, то на 10. Вот кто делает обустройство туалетов, там на 10 лет, допустим, на 5 лет, на 3 года, да, у которых ничего нет. Я говорю, для примера, это стимулировать как раз, это 100%. Либо, допустим, там другие вопросы касаются по обслуживанию, значит, товару, который, то есть это уже специалисты должны, конечно, смотреть. Но они будут разворачиваться, вот, чтобы не посмотреть. Вот те, допустим, металлические павильоны находятся. Они временные. Металлические временные, мы их убрали, они стояли здесь. Но их не надо, их вообще вывозят. Мы их уберем, естественно. И то есть эти павильоны, они разворачиваются. Нет, сюда, они в этот... не развернутся. Они будут стоять точно так же, они в целом будут убрать документацию. Зеленый базар у нас Это все порт эскизный проект. Я еще раз говорю, давайте 12 числа мы с ними собираемся совсем, да? То есть мне нужна альтернатива по павильону. То есть если мы говорим, значит, чтобы кто-то переезжал с места, освобождать проезжую часть, соответственно, им нужно предоставить альтернативные места. Здесь я пока не представляю. Мы каждый раз смотрим, я хотел бы, чтобы мне показали картинку. Вот мы идем сюда в поле, что где, как они будут выглядеть. Хорошо, у нас есть она. Но она, мне кажется, я каждый раз говорю, есть, но я не вижу. Что я должен что, насильно, что ли, эту картинку взять? Мы сколько раз-то уже здесь обращаем внимание, я пока не представляю, какой здесь, ну, такой должен быть благоустроенный квартал такой, да, чтобы действительно здесь достойно было. Пока непонятно. Одни бордюры находятся. Ну, не вижу я пока вот. У меня, конечно, видение немножко другое было. Давайте, значит, завтра мне представьте непосредственно архитектурно-художественный регламент вот по этому месту. Я пока не понимаю, что здесь мы хотим сделать.